Миша, тоже впечатление о Берлине, о городе. Мне очень понравился Берлин, здесь красиво, хорошая архитектура, добрые люди, все здороваются, все к нам хорошо относятся и помогают. Что было главное в сегодняшней гонке, в этой квалификации? Что ты делал сегодня на трассе? Что старался показать? Ну, главное было просмотреть трассу, почувствовать стрельбу, вспомнить, потому что мы уже 4 дня не стреляли. Пристреляться у них немножко другое расстояние. Я, к сожалению, немножко не так подкрутился, пришлось уже во время гонки вносить коррективы. Ну, в общем, так к последнему рубежу у меня это получилось. Я заметил, что все спортсмены кое-как бежали, но на финише все просто финишный спурт какой-то показывали, как 100-метровку бежали. Это что, столько много сил было в запасе? Не, ну это такой спортивный девиз. Главное хорошо стартовать и хорошо финишировать. Понятно. Работа на публику. Ясно. Завтра будет основной старт. Каковы твои шансы на победу? Кто будет Я соперником с вами? думаю, основные соперники это будут, конечно, наши ребята из России. Шансы есть у всех на победу, потому что стрельба будет многое решать. Если хорошо настроиться, хорошо подготовиться, можно побороться за победу. Спасибо. Все отлично. Спасибо.